Анурбей? Анур, ты ли это? Добро пожаловать. А мы тут с Зейнеп отдыхаем. Не выпьешь с нами? Чего вам налить? Я, видимо, не вовремя. Нет-нет, все ты вовремя. Проходи, виски тебе налью. Не хочу мешать вашему отдыху. Доброй ночи. Да иди к нам! Анур! Ну что, дорогой, спор наш продолжим? Ну, пойдем! Доброе утро. Доброе утро. Что-то ты рановато. Разве мы не в это время всегда приходим на работу? Я подумал, что после вчерашнего отдыха ты не сможешь прийти вовремя. Но это не первый раз, Анур. Мы оба немало ночей так провели. Но утром всегда были готовы к работе. Скажи, что действительно хотел сказать. Это глубокое декольте. Зейнеп Ханым, так вроде. Она из штата Зафера. Если он узнает, вряд ли ему понравится. И? Почему Зафера вообще это должно интересовать? И это мои проблемы. Тебе-то что? Ну, хорошо, я все понимаю. Ты просто захотел отдохнуть. Мы часто так поступали. Но разве мало вокруг женщин? Почему ты выбрал для этого сотрудницу Зафера? Ты с ней работаешь. Сложно было найти кого-то постороннего. И это говоришь мне ты? Дорогой мой, ты сделал предложение своему архитектору. Забыл? Предложение? Я предложил ей выйти за меня замуж, а ты просто развлекаешься. Нельзя так, Керем. А ты займись-ка лучше своими делами. Хотел с тобой кофе попить, а ты мне тут мораль читаешь.